Эффективность российской авиации в Сирии высоко оценили в НАТО. В распоряжении немецкого журнала «Фокус» оказался доклад, подготовленный аналитиками Альянса. Они отмечают, например, более высокую интенсивность работы наших летчиков. Цифры приведены на период до начала перемирия. Около 40 боевых самолетов, которые базируются в районе Латакии, совершали до 75 боевых вылетов в день. Воздушные удары были точны и эффективны. Воздушные силы НАТО, которые насчитывают в общей сложности 180 машин, наносили удары всего по 20 целям ежедневно. Отдельно составители доклада высоко оценили истребители Су-35. 4 таких были переброшены на базу Хмеймим для прикрытия других экипажей на заданиях. За свои возможности самолеты получили прозвище «хозяев неба». Они, отмечает издание «Фокус», превосходят большинство западных образцов.